Работа по освоению роли дирижера, она подарила необыкновенные ощущения. Вот эта настройка на музыку, желание слиться с ней и взаимодействовать с ней благодаря таким движениям дирижерским, рождает в душе сказочное состояние, необыкновенное, очень приятное. И такое ощущение, что она помогает структурировать пространство вокруг самого себя. Вот, потому что движения, они такие необыкновенные, утонченные, нежные и благодарные. Они действительно словно дирижируешь самому себе, своим чувством. И уже когда работа закончилась, а в сердце продолжает звучать сольная партия, и очень приятное ощущение остается и в душе, и в пространстве. И вот немножко стало понятным, что это значит музыка преображения. Как вот она все меняет и преобразует вокруг. Это так здорово.